это лестница в пещеру. Ой, короче, снимай. А это закрытый вход. Спускаемся вниз. Пошли. И все? Да, конечно. Ого. Так-то высота нормальная. Денис, собери свой мусор. Ну, сам упал. Ну, Деня, так нельзя. Молодец, что собрал. Нельзя раскидывать мусор. Так, а тут уже темно. Это я плюнул. А? Чупакабра используется. Кого подавать? Голос. Голос. Так, тихо, не кричи, потому что ему так. Да. Да, блин, сколько тут ступенек. Блин, капнуло на телефон. Почти спустились там, знаешь, сколько еще идти? Это дальше она идет еще. Пошли, пошли. Давай я спереди пойду с фонариком. Слышишь? Тут ты все мне видео поганишь. Это винтовая и все потом, да? Да, там, не, там потом просто ровно и все. О, тут холодно. На снега, видишь, нет здесь. Вон, смотри, видишь, вон дырка и пошла. На видео не видно бы. А, давай, давай я пойду. Давай тоже включи. Ну включай себе, свети. Или мне свети. Так, а я говорил, да, что это пещера геофизическая называется, находится на горах Ай-Петри. А что ты слышишь, я так 100 раз сделал. Гномик, это что? Ну здесь смотри, ну страшно. Тепло, да, ну тут тепло, конечно. А тут неизменяемая тепло, температура. Ебать, разберут на мясо. Тролли? Ох ты! Вот это да! Борода! Вот это да! Красота. Так интересно, он всплыло, да, Кати? Ну это такой сталактиты, крик, это крик, минералы, крик, этот, душа, соли, да? Эти, как известняк течет, с водой вымывается. Опа, Настя. А тут вообще, смотри, как вроде вода когда-то текла. Ты где? Да, убирают. Нет, просто не срут. Ох, ё. А там даже не видно. Вон, посмотри. Блин, фонарик надо было с собой брать. Надо было... Да, ну это же соединение. Тут пещер, знаешь, сколько по горе. Надо было фонарик взять. Мне так плохо видно. Вроде самая яркость. А ты ночной режим включил? Ночной? Да. А он будет тормозить, наверное. На ночной. Попробую сейчас через потом Google. Ну да. Тихо. А тут еще один зал. Видишь? Хрена, ты зря своей не разрешил. Она да, будет... ну ты там перелазишь. Да ничего-то не было. Офигеть. Блин, конечно, да, света не хватает. Ужасно не хватает света. Что же, страх? Что? Пойдем. Да что ты как Настя? Ну, в общем, понял. А я обосрался. Да. Кстати, в холодильнике, ну тут же не холодно. Он что-то капнул. Там кто-то лазит, слышишь? Кто-то капнул. Ступеньки в скале выбили, да? Провода. Офигеть.
все, конец, наверное? Не знаю. Я уже не помню. Ой, ёпта. Чуть не убился. А здесь сырость, видишь, какая. Смотри, дерево какие... лежит, поэтому колонны. Вот, смотри, видишь, как соединился. Один снизу рос, другой сверху. И вот на тонком она месте, вот здесь он соединился. Одна стекала, другая накапывала. Да. Ну, они, как говорят, как типа растут. С одной стороны растут и с другой стороны. Да нет, кажется, все. Но это шкуродерка называется. Блять, ну тут скользко, я даже не знаю, туда не там вариант. Там походу. Нет ничего, видишь, там дырка, там дырка. Шкуродерка, и туда дальше идет и идет. Ладно, пошли назад. Пока, ну все тогда. Дырка.